Всем привет, дорогие друзья! Это второй сезон, второй выпуск «Караоке такси». Сегодня у нас в гостях милая, очаровательная Екатерина. Она написала мне в директ и захотела прокатиться, пообщаться, попеть песен в этом замечательном проекте. Ну, во-первых, привет! И давай так, чтобы люди понимали вообще, как ты сюда попала. Ну, потому что был до этого Альберт. И, соответственно, мы там с ним знакомы. И я всегда говорил, что каждый желающий может прокатиться и, соответственно, там доехать до места, куда ему надо. Ну и также повеселиться, там попеть песни, там пообщаться, да? Угу. Вот как ты попала, да? Расскажи людям, а то вдруг мне не поверят. Я написала тебе в директ, изъявила желание поучаствовать. Ну а ты сама поешь? Да. Хорошо поешь? Хорошо. Ты выбрала «Индиго». На самом деле, это же очень сложная песня. Ну да, нелегкая. Она же прям... Вот надо же прям... Я буду стараться. Ну давай попробуем. Да куда-нибудь проедемся тогда. Тут у нас здесь всех обрызгивает. Весна на дворе, весна. Да, прям чувствуется уже. Но это хорошо. Ну да. Противно, конечно, с одной стороны. Наконец-то. Ну да, наконец-то. 1 апреля, в апреле, друзья. Занеси меня в красную книгу, если кажется странным мой прикус. Но мы дети не неба, индиго, и снаружи нет, а внутри, да. Я не видела дня и ночи без сна, в этом море миров я волна. Я не видела страх так давно, я на устах моих скоплен слов ряд. Я попробую. Ты видишь слова? Да. Нас так часто выбирают, словно кастинг. Фильмы не похожи на других, и значит сразу фрики. Нас так часто видят так, как им шили фильтры. Но мы те, кто есть внутри, без этой лишней пыли. И как прошенное время, надеюсь, не перемирие. Ведь мы давно нелюдимы. Плывет, если объявлен штиль, и звери не едят, и на водоеме. Загляни в глаза, загляни в глаза мне, загляни в глаза, но не замерзай мне. Загляни в глаза, загляни в глаза мне, загляни в глаза и прочитай. Пускай она там на фоне поет пока. Да. Не знаю, но круто, прям круто. Я, если честно, когда ты мне написал, я думал, ну просто поржать, короче. Просто. А, серьезно? Да, я думал, типа, ну, поржать, поездить, там, пообщаться, да. Но я, если честно, не думал, что вот настолько вокальные данные хороши, как бы, да, что вот, ну, такое прикольное исполнение. Приятно, ну, прям спасибо. Здорово. Поэтому я все-таки хочу тебе,
сказать, что тебе надо продолжать, мне кажется. Надо все-таки заниматься этим. У тебя неплохо получается. Я думаю, что может что-то из этого очень даже неплохо получиться. Участвую в городских всяких мероприятиях, да, посвященные конкурсам каким-то. Минута славы там у нас была раньше. Участвовала, занимала призовые места, в принципе. Да, я занималась этим, но более любительски, наверное, потому что я училась в музыкальной школе, но у меня там не было вокала. Даже хора не было, там была только инструментальная специальность. Но и все-таки предпочитаешь ты музыку попсу. Твои любимые исполнители. Ну, в смысле, давай. Петь, да. Ну, Полина Гагарина. Да, круто, здорово. Еще варианты такие есть. О, так, Лобода, Светлана Лобода. Ты переехала в Казань, да? Да. Вот почему люди переезжают в Казань? Вот что не так в Нижнекамске? Ну, там красиво, там перспектив, наверное, больше. У нас тоже парки, типа, там понастроили. Нет, у нас сейчас, да, тоже очень красиво, мне очень нравится. Ну, не знаю, у меня здесь, ой, точнее, там и друзей уже больше, как бы, чем здесь, потому что я туда 4 года назад переехала, вот, и, как бы, так получилось, что у меня там сейчас и друзей, и знакомых, и родственники у меня, как бы, там есть тоже. Ну, а часто в караоке поешь? Да, я на данный момент вообще работаю администратором в караоке. Ага, ну вот, видишь, да. уже какая-то часть, да? Да, но я не так давно, да, туда устроилась, но мне очень нравится, да. Я люблю петь. А, помимо того, что мы тут поем песенки, да, я тебе сейчас буду задавать несколько вопросов, чтобы, так сказать, разнообразить наше общение. Твоя задача просто будет говорить «да» или «нет». Ну и, соответственно, и типа правда или неправда, да, то, что я тебе там задаю вопросы. Так, Катя, смена обстановки, чтобы немножко разнообразить интерьер машины. Ну и тем более на улице погода клевая, солнышко, весна наконец-то наступила. Как я уже говорил, игра называется «Правда или ложь?». Я тебе задаю вопрос, ты говоришь, если это правда, ну почему правда, если ложь, почему ложь? Ну хотя бы попробовать, да? Там есть попробуем. Вопросы, которые ты, может быть, не знаешь. Ну логично, можно будет попробовать рассудить. Итак, поехали. Морские черепахи плачут, правда или нет? Да. Почему? Где-то слышала просто. Окей, они так избавляются от соли. Это правда, да, они плачут, выходят на берег, плачут, чтобы соль из глаз вышла. Вот. Двигаемся дальше. Крабы поднимаются на поверхность на дельфинах. Нет. Почему-то? Нет, ну ты подумай. Может, они и типа наверх. Они поранят дельфинов. Не, ну может быть, раненые дельфины же тоже есть же такие. Наверное. И так в итоге... Нет, думаю, нет. Нет. Все правильно, нет, они делают это самостоятельно. Итак, зеленый картофель настолько ядовит, что может убить ребенка. Ну, видела такую зеленую картошку? Да, вот. Не думаю. Нет? Неужели? Нет, не слышала даже никогда. Например, да или нет? Думаю, нет, нет. Нет. А на самом деле это правда. Он содержит множество ядов и не разрушается, даже вот эти яды не разрушаются при варке и жарке. Поэтому, аккуратно. Если ты еще ребенок, не ешь зеленый картофель. Хорошо, не буду. Итак, голубые розы растут только в Китае. Да. Они вообще есть? В Китае есть все, по-моему. В Китае есть все. Окей, итак, в итоге... Да. 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 Но нет, голубых роз не существует. Также не существует, они существуют и черных роз. Вот. Двигаемся дальше. Отправляясь на обед, самка бегемота ищет няньку для своего ребенка. Для своего детеныша. Правда или нет? Это вопросы. Нет. Ну представь, бегемот. У него маленький бегемотик. И она такая, так, кого же оставить? Кому пойду-ка я? Мне просто надо похавать сходить. И, типа... Может, папа останется? Нет, папа не вариант. Нет, там папы такие, знаешь, бегемоты, они такие противные папы, они остаются с детьми. Офигевшие. Итак? Думаю, нет. Нет? Нет. Ну, на самом деле, это правда. У них есть, типа, целые бегемотские садики, короче, прикинь. Вот там такая бегемотиха такая решила покушать сходить. Сейчас. Такая, вот я оставляю в садик, короче. И там воспиталка бегемот тоже. Нет, я тебе серьезно говорю. Итак, последний вопрос. Черная пантера действительно существует, да или нет? Да.
Это в смысле из фильма, что ли? Да. Или... Да, по-моему, существует. Ну, вроде там в начале фильма говорили, что это основано на... Нет, «Черная пантера», вот, которая... Нет, имеется в виду... Которые семейство кошачьих. Я лоханулась, да, она существует. И почему? Потому что она есть в энциклопедии. Нет, это на самом деле это леопард в черной окраске. Ты серьезно? Да, это леопард, представляешь? Нет, я не знала об этом. Ну, в общем-то, молодец, почти там 50 на 50. Этот блочок называется «Караоке по-русски», я его так назвал. Uh-huh. Будут американские песни, соответственно, слова там будут написаны, но слова так называемые «как услышал, так и написал». Uh-huh. Вот, поэтому тебе надо будет петь именно, ну, так, как вот в этом видео, в этом караоке, соответственно, да? Uh-huh. В общем-то, ничего сложного. La mano arriba sin tu verso, da media vuelta, danza cururo, no te cansa ahora, si tu solo pieza, move la cabeza, danza cururo. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cururo, no te cansa ahora, si tu solo pieza, move la cabeza, danza cururo. Я не могу. Фера. Каламариба. Сидула сола. Да меня вельта. Села туруро. Но ты канти аура. Будто сола пьеса. Мы раза кебеса. Сидула. Баланси мое мало. Марина мое мало. Кошмар. Баланси мое молоко. Хочу пожелать тебе, как я уже говорил, продолжить, соответственно, вот эту твою тему, которая у тебя получается, да, пение, получается очень даже неплохо, поэтому давай дерзай, я думаю, что мы тебя, может быть, когда-нибудь увидим на большой сцене, там, в Казани, Нижнекамска. Надеюсь. Вот. Спасибо тебе огромное, в общем-то, не прощаемся, еще увидимся в городе, можешь передать привет. Всем привет. Всем. Все. Я обобщила, да. Ладно, друзья, всем пока-пока. Еще увидимся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал ВКонтакте, на Ютубе, канал Чигиряут. Вот. Можете писать комментарии, как плохие, так и хорошие. Оцените вокал Екатерины, да. Я думаю, ей будет приятно. Вот. Если понравилось, можно найти ее. Там будет ссылочка. Посмотрите в Инстаграме, там напишите в комментариях приятные моменты. Все, всем пока, ждите следующих выпусков. Пока. Check it out.